Бюро находок ищет. Собаку черного цвета в коричневом ошейнике с металлическими вставками по кличке Линда утеряна 26 августа. Последний раз ее видели в районе Строителей 21. Животное болеет, при ходьбе покачивается. Хозяйка будет благодарна за любую информацию о живой или мертвой собаке. Портмоне с водительским удостоверением, пропуском ОАО НКНХ и банковскими картами на имя Шелинина Алексея Олеговича утеряно 1 сентября, обещано вознаграждение. Белый пакет с набором для вышивания утерян 1 сентября в поликлинике по Строителей 10Б, обещано вознаграждение. Мужскую кожаную сумку черного цвета с документами, банковскими картами, сотовым телефоном iPhone 4S с ключами от квартиры утеряно в ночь с 28 на 29 августа, обещано вознаграждение. Три ключа, один из которых от автомобиля, плюс два маленьких, утеряны 24 августа, возможно, в районе Бызова 15, обещано вознаграждение. Портмоне с паспортом, водительским удостоверением и банковскими картами на имя Лоскутова Дмитрия Сергеевича утеряно 2 сентября в районе Макдональдса, обещано вознаграждение. Черную мужскую сумку с бумажником, паспортом и пропуском НШЗ на имя Зиединова Октябрьбека Ураимовича утеряно 28 августа в такси при поездке от Лагуны до Амбара Памира, обещано вознаграждение. Сотовый телефон iPhone 4S черного цвета утерян 30 августа около ТРК Сити Молл, обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химков 64А, телефон 42-33-33, мы ждем вас по будням. В бюро находок имеется. Коричневый кошелек с банковскими картами на имя Аллы Викторук, найден 3 сентября в Акбарсбанке Пашинников. Ключи от квартиры с брелоком Тутанхамон, найдены 4 сентября в районе Химиков 58. Транспортная карта Токарева Аркадия Тихоновича, найдена 3 сентября на остановке Эластик. Серый зонт, найден на остановке Городской парк 29 августа. Черно-красная ключница с ключами, найдена на остановке Вахитова 2 сентября. Карта Диван Кредит на имя Алены Ватаниной, найдена в фактории на Городском парке. Связка ключей 8 штук с зеленым ключом от домофона, найдена 29 августа по Строителей 29.